в рамках 7-х межрегиональных образовательных рождественских чтений областная метрополия и УФСИН России по Ульяновской области заключили соглашение о сотрудничестве. Между епархиальным управлением и органами УФСИНа давно существуют добрые отношения. Во всех практически исправительных колониях находятся православные храмы, где наши священнослужители несут свое послушание. Цель нового соглашения – духовно-нравственное развитие и социализация граждан, отбывших срок в местах не столь отдаленных. Это подразумевает создание на базе монастырей так называемых центров реабилитации. Они помогут освобожденным приспособиться к новой жизни на воле. Когда осужденные освобождаются и некуда идти, они находят вот пристанище именно в метрополии, и они оказывают им определенную помощь в становлении, как гражданина правопослушного, который будет жить за счет собственного труда, а не за счет преступлений. На данный момент на базе ульяновских исправительных учреждений действует 8 православных храмов. Принять бывших заключенных уже готов Жадовский мужской монастырь в Барышском районе. Возьмут не всех, а только с наличием специальных рекомендаций. Наш монастырь руководствуется старым принципом, который испокон веков был в монашестве. То есть никакое звание, никакие грехи не отвергают, чтобы принять монашество. То есть каждый грешник может прийти, покаяться. Церковь и правоохранительные органы уверены, создание подобного центра станет первым шагом к нравственному и духовному возрождению нашего общества. Дарья Сударева, Павел Макаров, Новости Ульяновской правды.